пошло. Вот тут даже стробоскопический эффект был. Классно. Куда ты упал? Зачем ты это сделал? Не надо им падать. Упал. Теперь давай поверти его просто с разных сторон. Перед камерой. Вопрос такой, мы заснимем взлет или посадку? Думаю, может его снять типа в близи. Я думаю, прям, посадку. Прям вот так, смотри. Сейчас. Такой типа. Вот так вот улетает. Ну и вот с этого места ракурс поближе. Такс. Подожди, ракурс пониже сейчас. Типа вот так. Ну сейчас за телефон снесешь, блин. Лёва, ваша сила мается. Нет. Да. Уже нет. Уже сломалась. Лёвка! Ну подолжишь, Лёвочка. Не могу на это смотреть. Уйди. Я тоже много на что не могу смотреть. Давай. Можем как-то записать сами механизм? Когда ты снимаешь не с треноги. Сейчас уровню. Давай, я держу, ты снимай. Давай. Поднимись. Подходи. И не снимай пол. Давай теперь на вот это вот сюда. Теперь вот на это. Вот сюда вот поднеси к этому, к механизму. Что-то не видно яркость, как сделать. Вот. Так, теперь вот это вот. Низ самолета теперь снимаем. Быстрее. Теперь поднимаешь камеру медленно. Медленно поднимаешь камеру быстро. Быстрее, 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 быстрее. Теперь вот эти вот. Я просто не понимаю, что ты хочешь показать в следующую секунду, а ты... Не объясняешь. Сейчас был плохой кадр, рукой камеру все закрыл. Еще вот эту крышку снять с двигателя. Супер, супер. Сверхмощный. Как ты его катишь? На пальцах, что ли?